района и даже нашего города, это трамвайные пути, которые ну никак не получается сделать вровень с полотном дорожным. Вот в этом месте это прям еще идеально. Скажем так, идеальная стыковка, да? В основном почему-то наши дорожные службы, когда ремонтируют трамвайные пути, когда их строят, у них почему-то ну никак не получается сделать их ровно, чтобы их можно было переезжать, ну грубо говоря. Блин, да как-то тут узко вообще. Чтобы можно было проехать и не подпрыгивать на них, потому что это реально создает пробки. Есть улицы, пересечения, где, по сути, пробки создаются только из-за того, что трамвайные пути сделали по колено высотой. То есть их подняли, либо, ну, так сделано, что они торчат в таком, ну, таким, то есть асфальт сделан ровно, как вот здесь, например, вот в этом месте. Асфальт сделан здесь ровно, но сами рельсы торчат очень сильно. И вот приходится подпрыгивать на каждый рельс. Это вообще, это очень, так скажем, очень тормозит. Поток вообще тормозит скорость и пропускную способность уменьшает дороги. На самом деле. Вот, например, вот в этом месте, вот трамвайные пути они сделали. Это улица Титова, Новосибирское пересечение с улицы Связистов. Мало того, тут раздолбано все и такие ямы по пояс. Так еще тут сделано, они два КамАЗа насыпали зачем-то асфальта, чтобы были по колено эти трамвайные пути. То есть переехать их вообще нереально получается. Потому что вот такая вот каждый раз тряска, отваливается просто подвеска. Если ехать чуть быстрее, ты просто перевернешься на бок на автомобиле. Я не понимаю, что мешает сделать вровень трамвайные пути с дорожным полотном. Почему это должно быть непреодолимое препятствие для автомобилей? Мало того, еще эти трамвайные пути, за ними скапливается лужа, то есть воде деваться некуда. Они ни дренажи, ничего не сделали, никакого водоотвода. И каждую весну там разрывает, просто лужа постоянно стоит, разрывает асфальт, и ну это просто... Все здорово, на самом деле, молодцы. Вот что тут сказать? Как вот это еще описать словами?